Пенсионная реформа положит конец дискриминации. Возрастным работникам будет легче устроиться на работу. Так считают в Департаменте труда и занятости населения Югры. Сейчас готовятся нормативные акты, которые будут стимулировать работодателей принимать на работу пожилых. Но в любом случае Роструд будет тщательно следить за ситуацией. Что касается Югры, то уже сейчас в регионе успешно реализуется программа по самозанятости граждан. Кроме того, пенсионеров активно обучают. Они получают специальности поваров, швей, охранников. Согласно статистике, треть югорчан, которые досрочно вышли на пенсию, чаще всего продолжают работать. Сегодня количество безработных меньше 4 тысяч, там 3700, вот я специально посмотрел перед этим. Это по сравнению с прошлым годом еще снизилось больше, чем на 500 человек на этот период. И эта тенденция, то есть на рынке реально не хватает людей.